чего нам всем не хватает каждый день, каждую секунду, каждому из присутствующих здесь в зале и на сцене, и за сценой, каждому. Знаете, чего не хватает нам каждому? Любви, да. Да, да. Нет. Нет. Поддержки. Просто когда тебе скажут, все нормально, не парься, правильной дорогой идешь, товарищ. Как Ленин в 17-м году. Не факт, что Ленин шел правильной дорогой. Но поддержка у него была. Иначе бы он, сука, нас не привел к тому, где мы находимся. Короче. Я хочу, чтобы у тебя это появилось. Спасибо вам, у меня это есть. И благодаря вам, и благодаря тому, что я нашел человека, который меня поддерживает. Я шел к этому 47 лет. Я нашел человека, который со мной за меня. А я за него. Окей, может быть, это человеческое. Мы никто не знаем, что будет дальше. Я желаю тебе, чтобы у тебя так было. Я желаю, чтобы тебя поддержали. Я желаю, чтобы каждого из нас нашелся какой-то человек, даже случайный на улице, который в какой-то момент скажет: «Эй, чувак, нормально, ты красивый». Например. У нас очень красивые техники, я считаю. Еще и человек хороший, кстати. Это было хорошо. Вспомни свой первый поцелуй. Погодите. Давайте-ка сперва попробуем вспомнить. Я знаю, что не все могут. А те, кто могут, у них это иногда так бывает. Но сейчас мы о хорошем. Попробуем, по крайней мере. Потому что мой первый поцелуй это был. Вспомни свой первый поцелуй. Будто бы миллионы пуль изрешетили, как могли, и ноги не чувствовали земли. О, это я помню очень. Кобила не вмиг все запреты уничтожи, и притяжение, и страх, привкус восторга на губах, и тишина, и мир, сжавшийся вокруг. И эта война в груди всего лишь сердца стук. И thank you.
В этот танцующий апрель, о да, никому из людей не верь, не останавливай свой путь, просто взрослей и просто будь. Так я иду, не глядя вниз, я потерявший свой карниз, не бритый, не спавший никакой, любимый, счастливый и живой. И тишина, вся вокруг, и вечно война в груди, всего лишь сердца стук.